читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 1 по 19 декабря открыта книжно-иллюстративная выставка «Кульмузыка. Поэзия близка», посвященная 200-летию со дня рождения Некрасова. Николаю Некрасову судьба дала недюжинный талант. Ему воздавали должное при жизни. Восторженные современники почитали его как первого поэта в России. Но настоящая слава пришла к нему после революции. Потому что Некрасов – народный поэт. В своих стихах он прежде всего говорил о народе. Его лирика теснейшим образом связана с мотивами и поэтикой русского фольклора. В стихах Некрасова необычайно сильно ощущаются истинно русские песенные ритмы, интонации, поэтические приемы. Не случайно многие свои стихотворения он любил называть песнями. Почти в каждом крупном произведении Некрасова есть одна или несколько песен. Поэму «Мороз, красный нос» всю можно назвать поэмой-песней. По мнению Корнея Чуковского, его стихи – могучее, плавное, широкое пение. О музыкальности стихов Некрасова говорит уже сам факт многократного обращения композиторов к его творческому наследию. Более 100 его стихотворений положены на музыку как выдающимися, так и малоизвестными композиторами. Наибольшую популярность завоевали произведения Мусоргского, Чайковского, Кюи, Рахманинова, Гречининова. Многие песни на слова поэта мы привычно называем народными. «Коробейники», «Тройка». На выставке представлены сборники произведений Алексея Некрасова, стихотворения, поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Мороз, красный нос», романсы и песни на слова поэта, нотные хоровые сборники, «Нежатая полоса», «Зеленый шум», грампластинка «Поэзия Некрасова в музыке», кантата Рахманинова «Весна», одно из самых светлых жизнеутверждающих произведений. Заключительная часть выставки содержит исследовательский литературоведческий материал о творчестве Николая Алексеевича Некрасова.